Управление внутренних дел МВД России по Ненецкому автономному округу информирует жителей региона о границах административных участков отдела участковых уполномоченных полиции. Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Фадеев Артем Ильич принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ваучейского, дом 15. Телефон для связи с участковым вы сейчас видите на своем экране. Административный участок номер 1 включает территорию, расположенную на улицах Портовая, Ненецкая, дома с 1 по 4, улицы имени Пырерки, Сапрыгина, Хатанзийского, улица Полярная, Первомайская, дома с 1 по 21 номер, улицы имени Смедовича, дома с 1 по 17 номер, Ваучейского, дома с 1 по 27 номер, Тыковылки, нечетный номера домов, а также улица Оленная, дома с 1 по 7 номер, с 11 по 25, а также дом номер 9. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Матвеев Андрей Петрович принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ленина, дом 27Б. Телефоны для связи со старшим участковым уполномоченным вы сейчас видите на своих экранах. Административный участок номер 2 включает территорию по улицам Первомайская, дома с 20 по 37 номер, улицы имени Смедовича, дома с 18 по 37 номер, и Ваучейского, дома с 28 по 42 номер, а также улицы Победы, Пионерская, нечетная сторона домов до дома номер 15, улицы имени Ленина, нечетная сторона домов до дома номер 11, дома с 12 по 23 номер, дом 23А, улица Октябрьская, нечетная сторона домов, начиная с дома номер 23, улица имени Тыковылки, четные номера домов и дом номер 2 по улице Авиаторов. Старший участковый уполномоченный полиции майор Волков Сергей Михайлович принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ваучейского, дом 15, кабинет 112. Номера телефонов для связи со старшим участковым уполномоченным полиции вы видите сейчас на своих экранах. Административный участок номер 3 включает территорию по улице Октябрьская, дома с 1 по 21 номер, нечетные номера домов и дом номер 13 по улице Пионерская, улица Ленина, дома с 24 по 28 номер, дом 29А, дома с 30 по 37 и с 39 по 41 номер, по переулку Рыбацкий, дома с 16 по 20 номер, по улице Студенческая, четная сторона, и дом номер 16 по улице Пустозерская. Старший участковый уполномоченный полиции и старший лейтенант полиции Рыбаков Андрей Гурьевич принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ваучейского, дом 15, кабинет 112. Телефоны для связи со старшим участковым полиции вы видите сейчас на своих экранах. Административный участок номер 4 включает территорию, расположенную по улицам Октябрьская, дома со 2 по 34 номер, дом номер 36, Пустозерская, до дома номер 16, Южная, дома с 1 по 47 номер, Печорская, переулки Лесной и Рыбацкий, дома с 1 по 15 номер, улицы имени Евтысова и Пионерская, начиная с дома номер 14, торговый проезд, четная сторона домов по улице Швецова. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Смирнов Василий Васильевич принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ваучейского, дом 15. Телефоны для связи со старшим участковым полиции вы видите сейчас на своих экранах. Административный участок номер 5 включает территорию по улице Авиаторов, дома с номерами 6, 8, 10, 12, 12А, 16, 16А, улица имени Швецова, дома номер 3 и номер 5, дом номер 10 по улице Сущинского. Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Данилов Степан Григорьевич принимает жителей города Наринмара по адресу улица Ленина, дом 27Б. Телефон, по которому вы можете связаться со своим участковым, вы видите сейчас на экранах своих телевизоров. Административный участок номер 6 включает территорию по улицам имени Ленина, дома номер 38 и 40, а также дома с 42 по 56 номер. Нечетная сторона домов по улице Студенческая, улица Меньшикова, 60 лет СССР, Песчаная, Красная, Рыбников, дома под номер 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А и дома с 9 по 59 номер.
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции Хасянов Расул Решитович обслуживает административный участок номер 7. Телефоны для связи с участковым вы сейчас видите на своих экранах. Административный участок номер 7 включает территорию по улицам имени Ленина, дома номер 29 и 29Б, Чернова, Ленная, дома номер 8 и 10, Рыбников, дома под номерами 3А, 3Б, 6А, 6Б, 8Б, проезд имени капитана Матросова, улица Ненецкая, дома с 12 по 16 номер. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Дулахинов Роман Леонидович принимает жителей города Нарьян-Мара по адресу улица Ваучейского, дом 15, кабинет 105. Номера телефонов для связи с участковым вы видите на своих экранах. Административный участок номер 8 включает улицы Малый Качгард, набережная Морская, Речная, переулок Снежный, улицы Зимняя, 60 лет октября, дома с 1 по 30 дом, а также нечетная сторона домов с 31 по 49 номер и дома, начиная с 50 номера до конца улицы. Территория участка также включает дома, расположенные по переулкам Сахалинский и Весенний, улица Совхозная. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Курзин Денис Игоревич принимает жителей города Нарьян-Мара по адресу улица Ваучейского, дом 15, кабинет 105. Номера телефонов для связи с участковым вы видите на своих экранах. Административный участок номер 9 включает территорию, расположенную по улицам 60 лет октября, дома с 32 номера по 48А, Школьная, 1 переулок, 2 переулок, улица Рабочая, Зеленая, Строительная, Титова, переулки Аэропортовский и Ольховый, воинская часть, проезды Качгартинский, Ноябрьский, карьерные, производственные, ветеринарные, а также аэропорт. Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Краснобаев Алексей Александрович принимает жителей города Нарьян-Мара по адресу улица Ваучейского, дом 15. Вы можете связаться с ним по номеру телефона, который видите на своих экранах. Административный участок номер 10 включает улицы Заводская, Комсомольская, Мира, Бандарная, Березовая, Народная, имени Литкова, Седова, Калмыкова, Макарабаева, улицы Мурманская, дом номер 1 и дома с 3 по 15 номер. Юбилейная по дом 76 включительно и нечетная сторона домов с 77 по 87 номер. Переулки Высоцкого, Дорожный, Полевой, Рождественский, Мартина Ульсина, Биржевой, Брусничный, Антипина, Банный, Ивовый, Заполярный, проезды Северный, Стивидоров, Лесопильщиков. Участковый уполномоченный полиции Манзана Дмитрий Дмитриевич принимает жителей города Нарьян-Мара по адресу улица Ваучейского, дом 15. Телефон для связи с участковым вы видите на своих экранах. Административный участок номер 31 включает территорию, расположенную по улице имени Ленина. Четная сторона домов до дома номер 10 включительно. Улицы Светлая, Радужная, Рябиновая, Российская, Аэродромная, Полярных, Летчиков, Авиаторов. Дома под номерами 3, 5, 7, 9, 18, 22, 24, корпус 1, 24, корпус 2, дом номер 26. Швецова, дом номер 1. Сущинского, дом номер 4. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Щербак Илья Игоревич принимает жителей поселка Искателей по адресу улица Монтажников, дом номер 7, кабинет номер 3. Связаться с участковым жители Искателей могут по номерам телефонов, расположенных на экране. Административный участок номер 11 в поселке Искателей включает территорию, расположенную по улице Молодежная, Юбилейная, четная сторона домов с 78 по 86 номер, а также дома с номера 88 до конца улицы. Улицы Геофизиков, Дружбы, Международная, Летняя, Спортивная, Березовая, Тиманская, переулок Ленинградский, проезд Лаевожский, Песчаный проезд, переулок Строительный, переулок Газовиков, территория молочно-товарной фермы ОПХ, улицы Яралова, Садецкого, Солнечная, Молодежная, переулок Арктический, переулок Озерный, улицы Угольная и Озерная. Участковый уполномоченный полиции капитан полиции Шляхта Николай Николаевич принимает жителей поселка Искатели по адресу улица Монтажников, дом 7, кабинет номер 3. Номера для связи с участковым уполномоченным вы видите сейчас на своих экранах. Административный участок номер 12 в поселке Искатели – это улица имени Расихина, Строителей, имени Губкина, нечетная сторона, начиная с дома номер 17 и до конца улицы, а также четная сторона с дома номер 26 и до конца улицы. Улица Поморская, Монтажников, четная сторона домов со 2 по 14, а также
также дома 15, 16, дом номер 17 с корпусами и дом номер 19. По улице Нефтяников, четная сторона, начиная с дома номер 18 до конца улицы. А также жилые дома воинской части, вертолетная площадка БКЕ, полигон бытовых отходов, вертолетный проезд. Старший участковый уполномоченный полиции, майор полиции Евстратько Виктор Вячеславович принимает жителей поселка Искателей по адресу: улица Монтажников, дом 7, кабинет номер 3. Номера телефонов, по которым вы можете обратиться к старшему участковому уполномоченному, расположены на ваших экранах. Административный участок номер 13 поселка Искателей включает территорию, расположенную по улицам имени Ардалина, геологов, Нефтяников до дома номер 18, улица Северная, улица имени Губкина, дома под номерами с 1 по 16, четная сторона домов с дома номер 18 по 24-й, улица Монтажников, нечетная сторона домов с дома номер 1 по 13-й дом, а также дом номер 17-Д.